Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор», и в этом видео я расскажу вам о лучших недорогих велосипедах этого года. В данную подборку я включил 7 моделей велосипедов от разных производителей, которые демонстрируют лучшее соотношение хорошего качества за небольшие деньги. Я расскажу о достоинствах и особенностях этих велосипедов, а также оставлю в описании под роликом ссылки, перейдя по которым можно будет сравнить стоимость всех участников топа. Ну а перед тем, как я начну, хочу напомнить, что на канале «Правильный выбор» регулярно выходят новые рейтинги и обзоры различных товаров, которые могут быть вам интересны и помогут определиться с покупкой. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, а также жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе выхода новых роликов. А если вам понравится этот топ, то не забудьте отметить его своими лайками. Также не стесняйтесь писать комментарии, ведь мне важно ваше мнение. Ну а теперь устраивайтесь поудобнее, а я начинаю топ лучших недорогих велосипедов. Первый герой нашего топа – велосипед Forward Apache 27.5.2.0 диск версии 2020 года. Это хороший вариант для новичков, которые хотят покататься по тропинкам в парке и проселочным дорогам. Его продуманная геометрия рамы и амортизационная вилка сделают передвижение по изменчивому рельефу более удобным и простым. Велосипед выпускается в нескольких расцветках и с разными размерами рамы, поэтому можно будет подобрать оптимальный вариант как для мужчин, так и для женщин. Forward Apache имеет 21 скорость и колеса с универсальным диаметром 27,5 дюймов, которые обладают оптимальным сочетанием проходимости, маневренности и хорошего наката. А его дисковые механические тормоза обеспечивают быстрое и надежное торможение. Собран велосипед качественно, а его алюминиевая рама обеспечивает довольно легкий вес и при этом высокую прочность. Переключатели у этого велосипеда Shimano Tourney недорогие, но работают исправно. Правда, стоит учесть, что они не терпят больших нагрузок. Из других особенностей Forward Apache стоит отметить, что в его конструкции предусмотрена возможность установки багажника. Также стоит отметить, что в комплекте с ним идут крылья и подножка. Мелочь, а приятно. Не придется тратить деньги на дополнительное оборудование. Далее в нашем топе идет 21-скоростной велосипед Stealth Navigator 710 MD 27.5 V020 версии 2020 года. Он подойдет для начинающих велосипедистов, которые планируют совершать поездки по городу и по пересеченной местности. В основе его конструкции лежит надежная стальная рама, доступная в нескольких размерах. Есть даже рама размером 16 дюймов, что позволит людям невысокого роста опробовать все преимущества езды на велосипеде с колесами диаметром 27,5 дюймов. Поэтому такой велосипед подойдет и взрослым, и подросткам. Колеса у Navigator 710 MD имеют двойные алюминиевые обода и универсальные покрышки, которые обеспечат отличное сцепление как с асфальтом, так и с грунтовой дорогой. Установленная в этом велосипеде амортизационная вилка с ходом 80 мм в совокупности с дисковыми механическими тормозами диаметром 180 мм, а также переключателями Shimano Tourney придают этому велосипеду отличную маневренность и обеспечивают должный контроль и комфорт во время поездки даже по неровной дороге. Из особенностей этого велосипеда также стоит отметить упрощенную регулировку высоты сидения, которая осуществляется при помощи эксцентрика, а также скошенную раму, которая позволит без проблем закидывать ногу. Следующий герой нашего топа – Forward Sporting 27.5.3.0 диск версии 2020 года. Он имеет 21 скорость, колеса диаметром 27,5 дюймов и выпускается в нескольких размерах рамы с разными расцветками, так что каждый покупатель сможет подобрать модель под свой рост и на свой вкус. На таком велосипеде можно будет с комфортом кататься как по городу, так и по проселочной дороге или тропинкам в лесах и парках. Предусмотренная в нем амортизационная вилка FWD-286 с ходом 80 мм и возможностью регулировки предварительной нагрузки обеспечит максимальный комфорт при передвижении. Также стоит отметить, что в этом велосипеде установлена безрезьбовая рулевая колонка, которая обеспечивает надежность конструкции и простой ремонт в случае необходимости. Велосипедисту будет достаточно настроить узел один раз, чтобы совершать велопрогулки без дополнительных настроек продолжительное время. Ну а что касается тормозов, то они у этого велосипеда дисковые, гидравлические диаметром 160 мм. Со своей задачей они справляются хорошо, но многие покупатели отмечают, что через пару месяцев тормоза начинают скрипеть. Но в целом, учитывая небольшую стоимость этого велосипеда, на это можно закрыть глаза. Напомню вам, что ознакомиться с ценами на все велосипеды, которые попали в этот топ, можно на специализированных сайтах, ссылки на которые я оставил в описании.
Велосипед Stealth Navigator 500 MD26 F010 версии 2019 года подойдет для новичков и любителей заездов по городу и грунтовым дорогам разных возрастов. Он выпускается с рамами размером 16, 18 и 20 дюймов, так что с комфортом ездить на таком велосипеде смогут люди ростом от 150 до 185 сантиметров. Велосипед обладает крепкой стальной рамой, 21 скоростью и колесами диаметром 26 дюймов, рисунок протектора которых обеспечивает отличное сцепление как с асфальтированным покрытием, так и с грунтовой дорогой. Сгладить все неровности этому велосипеду позволит передняя амортизированная вилка с ходом в 60 мм, которая помогает преодолевать бездорожье и обеспечивает комфорт при поездке. За хорошие ходовые качества этого велосипеда отвечает множество деталей и агрегатов. В Stealth Navigator 500 MD установлены отличные стальные втулки, передние и задние переключатели скоростей, а также монетки от MicroShift, кассета на 14-28 зубьев, а также передние и задние тормоза прогулочного типа с ротором 160 мм. И хоть все эти элементы относятся к категории начального типа, они давно зарекомендовали себя как надежные и простые в эксплуатации агрегаты. Те, кто уже приобрели такой велосипед, высказываются о нем крайне положительно, отмечая, что за свою стоимость это отличный вариант. Еще один представитель компании Stealth в нашем топе – велосипед Pilot 410-20Z011. Данная модель была выпущена еще в 2018 году и за это время успела хорошо зарекомендовать себя. Pilot 410 примечателен прочной стальной рамой, которая складывается, что позволит возить такой велосипед в багажнике автомобиля и хранить дома. Размер рамы у велосипеда составляет 13,5 дюймов, так что на нем будет удобно кататься детям и подросткам. Но взрослые тоже не будут обделены, так как в велосипеде предусмотрена возможность широкой регулировки высоты сиденья и руля. Stealth Pilot 410 довольно простой велосипед, в нем нет регулировки скоростей и дисковых тормозов, как на современных велосипедах. Сбросить скорость можно вращением педалей в обратную сторону, а для обеспечения плавного или резкого торможения в зависимости от условий используется ножной тормоз. Кто-то сочтет это пережитком прошлого, а кто-то наоборот вспомнит свое детство, когда были именно такие велосипеды, и будет доволен, так как не придется привыкать к новому управлению. В целом отличный недорогой велосипед, который подходит для разных возрастных категорий, но стоит учесть, что он оснащен 20-дюймовыми колесами с неглубоким рисунком протектора. Они не отличаются высокой проходимостью в условиях бездорожья, так что такой велосипед стоит приобретать только если планируете ездить по ровному асфальтированному покрытию. Продолжает наш топ велосипед Altair CT20 версии 2020 года. Как и предыдущий участник, этот велосипед имеет складную раму, поэтому он будет удобен в транспортировке в багажнике автомобиля и хранении дома, так как не займет много места. Скорость у велосипеда одна, с какой интенсивностью крутишь педали, с такой и едет. За остановку отвечает ножной тормоз, все просто и не потребуется разбираться в управлении. Такой велосипед отличный вариант для тех, кто не любит разбираться во всяких переключателях и рычагах. Как вариант, его можно будет приобрести в качестве первого велосипеда ребенку. А благодаря возможности поднять руль и сиденье, на таком велосипеде с комфортом сможет прокатиться и взрослый. Что касается колес, то они имеют диаметр 20 дюймов и крепкие алюминиевые обода. Протектор невысокий, так что на бездорожье кататься будет неудобно, зато в городе по асфальту в самый раз. Из особенностей Altair CT20 стоит отметить множество расцветок, наличие в комплекте крыльев, подножки, а также багажника с зажимом. Отзывы владельцев на этот велосипед строго положительные. Среди достоинств люди отмечают надежность, простоту и доступную стоимость. Так что если нужен недорогой складной велосипед, то рекомендую обратить внимание на эту модель. Завершает наш топ складной велосипед Десна 2200 модель 2018 года. Он рассчитан на детей и подростков, поэтому выпускается в красивых расцветках, примечателен удобством пользования и небольшим весом. Качество изготовления у этого велосипеда отличное, грамотно проварены все швы, используются надежные комплектующие и прочная рама, а лакокрасочное покрытие долго остается на своем месте, уберегая раму от коррозии. Колеса у этого велосипеда диаметром 20 дюймов, они получили прочные обода и широкие покрышки, обеспечивающие отличное сцепление с дорогой. Скорость у этого велосипеда одна, а торможение осуществляется ножным тормозом. Так что любой ребенок быстро освоит управление таким велосипедом. Не вызывает затруднений у него и регулировка высоты сиденья, а также складывание рамы. Также стоит отметить в этом велосипеде удобное подпружиненное сиденье, наличие передних и задних светоотражателей, а также багажника. В общем, если вы ищете надежный складной велосипед для детей, то Десна 2200 станет отличным приобретением.
Напоминаю вам, что стоимость всех велосипедов, которые попали в этот топ, вы можете уточнить на сайтах, ссылки на которые указаны в описании. На этом у меня все. Пишите в комментариях, какой из велосипедов вы бы купили себе или своему ребенку. Ставьте лайк, если понравился ролик, а также не забывайте подписываться на правильный выбор и жать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода новых рейтингов и обзоров. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!